Сегодня Михаил Саакашвили лишился грузинского гражданства. Распоряжение подписал нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили. Грузинское законодательство не допускает, чтобы подданный страны имел двойное гражданство. Сообщается, что в Тбилиси начали эту процедуру сразу же, как получили от Киева официальный документ о том, что бывший президент Грузии получил статус украинского гражданина. В настоящее время Саакашвили занимает пост губернатора Одесской области.